Сдать в срок. Перинатальный центр – объект крайне важный в масштабах не только Щелковского района, но и Московской области в целом. Поэтому контроль за его строительством ведется и на региональном уровне. С повторным визитом на строящийся медицинский объект прибыл руководитель регионального Минстроя Сергей Пахомов. Проверить, исправили ли строители выявленные несколько недель назад нарушения. На объекте были действительно отставания. Мы дали определенные поручения по усилению работ, по увеличению количества людей. На площадке в тот момент, когда мы с вами встречались, было 160 человек, сейчас 250 человек. И со следующей недели еще будет плюс 150 человек. Будем постоянно контролировать и также внушать нашим строителям, что сроки надо соблюдать. Я думаю, что у них изменится. Во время прошлого визита отставание от графика составляло 2,5 месяца. По словам руководителя компании-застройщика «Мортон», ход работ замедлился по вине недобросовестного поставщика. Но сейчас темпы строительства ускорены. Работа на площадке ведется круглосуточно, и все силы брошены на то, чтобы нагнать сроки. В основном это было обусловлено тем, что была некачественная поставка бетона, и мы 2 месяца рубили плиту. Она не набрала прочность, нам приходилось эту центральную часть вырубать. Набрать темп удалось за счет правильной организации работ, добавили людей. На следующей неделе заводим сюда отделочников 150 человек. И в те сроки, которые поставил губернатор, закончим этот объект. Сейчас на объекте ведутся монолитные работы. Их планируется завершить до 20 ноября. На нескольких блоках приступили к кровельным работам. В ближайшее время начнется укладка утеплителя. Уже установили 220 оконных блоков, всего же их порядка 800. Сергей Пахомов дал высокую оценку проделанной работе и отметил, ситуация кардинально изменилась. Но остался еще вопрос, который необходимо решить. Как связать пищевой блок, построенный отдельно, с основным зданием? Значит, Андрей Юрьевич Воробьев поставил задачу, которую сейчас мы решаем, проработать вопрос, каким образом связать пищеблок с перинатальным центром. То есть сейчас это наземная связь. Сейчас мы прорабатываем вопрос либо подземного перехода, либо галереи, для того, чтобы доставка продуктов и пищи осуществлялась более оптимизированно. Перинатальный центр – объект поистине уникальный. В отличие от обычного роддома, центр будет обеспечен усиленной реанимацией, возможностью выхаживать недоношенных детей весом до 500 граммов и помогать беременным женщинам с патологиями. После сдачи в эксплуатацию центр будет рассчитан на 150 мест стационарий и прием около 400 посетителей в день. Такой объект в Щелковском районе и в регионе в целом ждут с нетерпением. А Сергей Пахомов заверил, сдача перинатального центра, как и запланировано, состоится во втором квартале 2016 года. Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».